Привет, с вами Солнце, и вы смотрите рубрику «Болтушки». Недавно я наткнулась на видео, которое называлось «30 женских сигналов, по которым можно определить, что ты нравишься девушке». Извините, сегодня многие вещи буду цитировать, потому что хочу обсудить с вами это видео и те самые 30 сигналов, по которым можно определить, что вы нравитесь девушке. В общем, первое, что я подумала, когда посмотрела это видео, господи, хоть бы никто из моих знакомых парней не посмотрел это видео. Вот эти, знаете, парни-недопсихологи. Вот это вот банальная ситуация, когда ты выходишь из дома летом в футболке днем, а к вечеру уже становится прохладно, и ты как бы гуляешь с парнем и сворачиваешься в такой какой-то комочек для того, чтобы хоть немножко побороться за свою жизнь и не получить обморожение конечностей летним вечером, да. Но, в общем, сейчас не об этом. Ты вот в таком вот комочке, а он вдруг прекращает разговаривать, поворачивается к тебе и так серьезно спрашивает: «А почему ты в закрытой позе? Тебе что, со мной некомфортно?» И ты вот думаешь: чувак, ты как бы куртку мне не хочешь свою давать или решил в психологи податься? Или знаете, вот эти люди, которые очень долго что-то рассказывают, а ты вот так вот невзначай чешешь нос, он заканчивает свой монолог и говорит: прекрати мне врать, пожалуйста. Ну и в общем, о таких странных людях, а именно о парнях, сегодня пойдет речь, потому что я очень переживаю, что кто-то из них посмотрит такое видео, и я, так же как и многие другие девушки, будем в опасности. Я выбрала самые интересные признаки, которые я вам буду зачитывать, а потом комментировать для того, чтобы вы понимали, как на самом деле это выглядит в женском мире. Итак, первый признак – это расправленная грудь. Девушка стоит, не сутулившись. Девушка стоит, не сутулившись, парни, если вы забрали у нее из рук тяжелые пакеты. Или на ней неудобный лифчик, который она затянула так, что особо и не согнешься. Кстати, она еще может быть на каблуках, потому что в туфлях, как горбатый карлик, уж точно не походишь. Следующий признак уж очень мне понравился, и звучит он как закладывание большого пальца. Вы вообще понимаете, о чем говорите? Следующий признак я прям процитирую слово в слово. Если зрачки женщины расширяются, значит, она испытывает к вам сильные чувства. Если зрачки женщины расширяются, значит, в помещении недостаточно света. Биология, 8 класс. Следующий признак, по которому вы можете понять, что девушка вам нравится... Девушка вам нравится. Следующий признак. Если вы ей нравитесь, она будет медленно перекладывать ногу на ногу. Вы что, фильмов насмотрелись? Действительно думаете, что какая-то девушка в реальной жизни как бы... меняет свою позу? Серьезно? Да даже в киношках так тупо светят белье. Следующий признак. Девушка покачивает туфельку на кончике пальца. Нет, парни, нифига это не значит, что вы ей нравитесь. Это значит, что у нее жутко неудобные туфли, которые жмут. И у девушки наконец-то появилась возможность снять этого маленького уродца с ноги. Следующий признак. Это резкое движение головой, чтобы поправить волосы. Это вообще самое распространенное заблуждение. Понаблюдайте за девушками, у нас очень много идиотских привычек, связанных с волосами, просто потому что они падают на лицо, щекотят нос и мешаются. И я очень часто, кстати, делаю вот так вот, и вообще можно сказать, что я какая-то очень любвеобильная. Девушка может прикусывать палец. Парни, если девушка при вас кусает палец, а еще хуже, если это палец не ее, а соседа, бегите. Вот, кстати, следующий признак я даже попытаюсь вам изобразить. Она будет кокетливо улыбаться, кокетливо опускать глаза, а затем кокетливо смотреть в сторону. Ну, давайте попробуем. Кокетливо улыбаться, кокетливо опускать глаза и кокетливо смотреть в сторону. Вот скажите честно, вы хотя бы раз видели девушку, которая систематически повторяет этот ритуал при разговоре с парнем? А вот следующий признак я вам просто процитирую, но комментировать не буду, мне кажется, и так все понятно. Обратите внимание на ее рот. Если он слегка приоткрыт и у нее несколько влажные губы, то это также о многом говорит.
Ну, в общем, это те принципы, которые вызвали у меня недоумение. И этим недоумением я поделилась с вами. Женщин понять невозможно, поэтому не заморачивайтесь. Парни, действуйте так, как вы чувствуете, как вам подсказывает сердце. А главное, влюбляйтесь, влюбляйтесь, влюбляйтесь и еще раз влюбляйтесь, потому что сейчас весна, пора любви, вдохновения и творчества. Ну и чтобы мое творчество не заканчивалось, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальцы вверх, ну и самое главное, просто не переставайте улыбаться, так как я в этом видео и так, когда я смотрела вот эти 30 признаков. Ну и на этом у меня все. С вами была Солнце. Пока-пока!